Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. В этот раз я вам предоставляю вот такую дизайнерскую интересную квартиру 2 плюс 1 с двумя санузлами, с двумя балконами. Квадратных метров здесь минимум 105-110. Квартира продается под ключ. Бытовая техника вся фирмы Бека. Такие вот красиво зеленые шторы. Интересная такая Бека холодильник. Старый кондиционер, который надо сменить на инверторный. Выходим на балкон. Это первый балкон, он огромный. Срочно продают, уезжают. Это цена хорошая. Видно горы глазами, видно вот так. Снизу ухоженная территория, открытая парковка. Есть генератор. Вот балкон где-то 20-25 квадратных метров можно застеклить. Снизу открытый бассейн. Есть вид на горы, то есть на крепость Алания. Вот глазами видно вот так, как сейчас вы видите. Там порой закат, но уже месяца сменились. Так, большая территория. Айда здесь 1000 лир. Ламинат по всей квартире. Это все массив. Стол тоже, как вы заметили. Так, здесь хорошая прихожая. Вот они выезжают. Ключи у меня. Звоните. Так, спальня тут у нас сколько квадратных метров? Как минимум 15. Все. И велосипед тоже есть. Так, здесь у нас первый санузел, как видите, нормально большой санузел. Это второй санузел. Интересно, впервые такое вижу. Так, и здесь у нас вторая спальня. Так. Вот. И второй балкон. Голубочек. Тут проживает голубочек. Во. Жить никуда. Сторона восточная. Спускаюсь я вниз. Этот стол раскладывается, как мне объяснили. Итак, на этаже у нас 4 квартиры. Вызовем лифт. Большой лифт. Наверху есть открытая терраса. Проект был сдан в 2009-2010 году. Расстояние до моря максимум 850-800 метров. Вот такая большая терраса. Видно горы, видно всю крепость Алании. Вот такой вид с террасы. Там зона барбекю. Раз, два. Сейчас покажу. Санузлы есть наверху. Вот. Общая спутниковая связь. Вот одна зона барбекю. И вторая. Ну, еще вы можете сюда принести свой мангальник дополнительный. Здесь. Там тоже было. Да, вот видите, приготовили. Там тоже есть красота.
Итак, снаружи есть генератор. Это открытая парковка. Под зданием также крытая парковка. Кто найдет место, может остановить. Итак. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 143 тысячи евро, айда 1000 лир, срочная продажа. Звоните!